Тинегрив бьет моего десмода. Блядь, стреляю. Все. Тинегрив, истеги охеревшие. Чел, наверное, в шоке вообще, охреневший. Сейчас будет рейд на Астродельфисе. Всем здорова и добро пожаловать на канал Арк Юрского периода. Приятного просмотра. Сегодня у нас последний день вайпа, и мы будем развлекаться как никогда. Я даже поищу базы для рейда, потому что завтра ни нашей базы, ни наших ресурсов уже у нас не будет. Так что погнали. Смотрите-ка. Смотрите, нашел крутую базу интересную. Они построились, получается, на высоте практически под границей карты. У них нету крыши. У них там есть турели. А также у них там внизу куча велонозавров стоит. Даже не закрыто. Смотрите, можно попробовать залететь. Там есть турели, но это лайт-турки. В принципе, я думаю, это возможно. Там стоит мейвинг, но проблема в том, что они, возможно, в онлайне. Возможно, в онлайне они. Я вот смотрю, высматриваю, где у них самое слабое место, где залететь. Там турели. Вон, смотрите, дурачки, живку на улице повыставляли. Они, блин, чоповые игроки. Живка на улице стоит. И там по радиусу расставлены велонозавры, чтобы стреляли. А, уход. Окей, мейвинг выращивает живку там, получается. Дотик стоит. Ну, блин, я не понимаю там смысл этого. У них там оборона больше внизу стоит для живки, чем на самой базе. Но у них куча живки, я не знаю, будут у них криоподы вообще или нет. Они, вон, видишь, на улице. Оборона с помощью велонозавра. Не, ну вы видели такое вообще на официалке? Меня просто напрягает, что они в онлайне, во-первых. Во-вторых, я не знаю, на десмоде, на своем слабом десмоде я смогу туда залететь или нет. Интересно. Но у них там все, весь фарш есть. И станок там все. Шкафы какие-то есть. Но это прикольно. Я думаю, стоит, конечно же, рискнуть. Это 100%. И клан у них Аберрация называется. Все это мои враги будут. Так, поехали. Давай, осторожно, давай. Залетаю. Блядь, стреляю. Все, только одна турель стреляла. Я внутри у них. Смотрите, сколько шкафов. Блядь, тут турель сверху стоит. Чего она по мне не стрельнула? Надо кровать сразу разносить. Бля, охренеть. Это жестко. А чё она не стреляет? Чё? Турель даже не стреляет. Сейчас, если генератор взорву, то все тогда. Тогда все открыто будет для нас. У них даже артефакт есть или чё там? Я что-то не понял. Сука, турель вообще не стреляла. Два челика убил. А, то есть их сколько там играет? Минимум два играет их. Стоп, я что-то слышал. Слышал что-то. Тинегрив бьет моего десмода. Черт, это, блядь, зажал меня. Что делать? У хп мало у десмода. Есть, хух, вылетел. Блядь, он меня с седла выбил. What the fuck? А он улетел вниз, походу. Охренеть, у десмода мало хп. Если десмода убьет, то конец. Не смогу там ничего залутать. Так, а мейвинг... Так, поразрушал им шкафы, окей. Жесть, у них столько лута может быть, интересно, что там. Блин, охренеть, это самая мощная база, как раз в последний день. Такая эпик завершение сезона. Если что, это четвертый сезон уже. Не, или третий. Это третий сезон моего выживания. Со следующей серии уже наступит четвертый сезон. Блин, охренеть, сейчас куча лута должна быть. Я просто жду челика, он должен сейчас прилететь, надо его убить и тогда спокойно же лутать. Ну ладно, давайте начнем по чуть-чуть. Но столько мешочков, я не знаю, с чего начать уже. Так, это у нас верстак. Фигня, я хочу криоподы чисто забрать и свалить. Реально, надо криоподы забирать и валить, потому что челик на тенегриве, блин. А у меня десмод еле дышит еще. Так, ничего. Фигня. Принты? Там, видели, легендарные принты были. Охренеть. Сука, последний день. То есть я то, в принципе, это заберу, оно мне не пригодится, но все-таки. Все-таки прикольно, классно. Мощных чуваков зарейдил. Сишки, детонатор, гранаты, окей, забираю, огнемет. А, все, он прилетел, он здесь. Вот он. Надо его седла. Есть, схватил седла. Бью его. Чел без штанов.
Есть, убил его. Убил челика. Вон, тенегрив за мной. Есть, тенегрив упал вниз. Все, у меня есть как минимум минута. То есть они втроем играют. Три чувака играли тут. Блин, ну я думаю, каждый зритель поймет, в чем их проблема была. У них было много проблем. Бля, у них нету крыши, у них тут. Почему у них дверей нет? Почему у них не было промышленной плавилки даже? Странные типы, конечно, но ладно. Так, продолжаем. Так, это химстол. Химстол у них был. Это челик был. Куча скинов, ну понятно. У кого куча скинов, то все понятно. Так. Это станок был, ничего нету. Так, давай самое вкусненькое, давай по шкафам. Фигня. Стоп, легендарный тек-лук. Это круто, так, фигня. Фигня, фигня. Батарейки. Прикольно. Куча сёдел. Седло на Астродельфиса, а у нас есть Астродельфис. Охренеть, так, что у нас? Всякие седла. Ну давай, последний мешочек. Смотрим. А, сука, куча живки. Куча живки в криоподах. Все, валим. Мы нашли то, что искали. Сейчас полечу на базу на свою. Кто хотел узнать, где моя база, видео уже там на канале. Сейчас полечу на базу сейвить криоподы, а потом прилечу еще что-нибудь полутаю у него. Надеюсь, он турели не восстановит к тому моменту. Вот, криоподы, я решил все-таки посмотреть. Тенегривы, стеги охеревшие. Стеги мощные. Там жаба даже есть. Дейнонихи. Жесть. Артоплевра там. Куча живки, короче. Куча живки поднял. Жесть. Это последний день. Почему именно последний? Ну, я, в принципе, до этого не так-то сильно искал себе базы для рейда. Не знаю, что-то мне было... Не хотелось. Тем более, я практически сам играю. Они паучиху прошли, что? Там какой-то скин паучихи. Жесть, тупо, смотрите, сколько у нас жилки. Офигеть. Да и на у них тенегри. 276 уровень. Пульмана Скорпиус. Что за хрень этот Пульмана Скорпиус? Типа Скорпиона проучили? Виланозавр. О, жесть. Прикол. Кучу живки нашел, принты тут всякие, на штаны крутой, на сову легендарный, на полимерку. Тут, блин, уже некуда распихивать добро. Ну что, сейчас полетим еще разок. И полутаем все, что осталось, все там ценное, еще раз попроверяю. Что-то интересное, ну блин, все-таки хочется дело довести до конца. Возьму даже сишек с собой. И, кстати, там вы там много писали вариантов, что меня зарейдят, что там, как меня зарейдить, там расписали подробно. Что-то меня никто до конца сезона так и не зарейдил. Там турели, турели разразделили, то не все. О, вот он дома был, все готов. Наверное, он такого не ожидал, думал, дело завершено. Так, тенегрива бить или не бить? Это, блин, долго будет. Подождите, а он точно на агре? А он, походу, на этом, на пугливом состоянии стоит. Я думаю, челики не сильно, в принципе, расстроятся. Хотя, хз, в принципе, если смотря на них, они, наверное, не знают, что сегодня вайп. Они, походу, и даже не знают, не подозревают. Это жестко, блин, конечно. Вот, не знаю, вот, напишите, у вас было такое разочарование или нет, но, типа, я тоже один раз играл. Я играл, бегал сам, нашел кого-то поляка. Мы вместе объединили страйп, было прикольно все, мы проезжали ориента. Потом херак, все зависает. А это, я обновляю все, и типа все наново. И тупо сотни людей заходят сразу на сервак. Сотни людей. Все бегают, как бешеные, угорелые, прокачивают уровень, я не понимаю, что происходит. Вообще, я пытаюсь во все сервера, захожу в эти в чаты, пишу, типа, Михал, его Михал звали, типа, ты где? Давай дальше играть. И так я его не нашел. Такое разочарование было. Только с челиком познакомились, играть начали. И тут все закончилось. Так, давайте проверять, смотреть, что тут может еще интересного, полезного быть. Ну, в принципе, снова-таки последний день. Смотрим, что там. Накицали вроде легендарное седло. Прикольно, конечно. Челики вообще жестко развились, как для таких нубасов. Блин, очень жестко. Но их место было неплохое. В этом Ванахейме нельзя летать. Только можно летать на десмоде. То есть на вас не будут рейдить кицалями какими-то, они вверху построились под потолком, так сказать. И как бы да. О, броня.
нормально. Так что у них было не самое тупое место для базы, просто оборона. Блять, ну чё даже крыши не было. Надо крыша, да крышу ещё турелей. Ну, как бы, да. То как-то, ну, по мне стреляла только одна турель. Одна турель стреляла, пока я залетал. Ну, как бы, и так не должно быть. Вообще, желательно, когда базу строите, чтобы только с одной стороны к вам можно было подойти. Лишь с одной. Чем больше сторон, с которых легендарная винтовка. Да блин, у них капец вещей, конечно. Наверное, лучи лутали или чего. Ну, они босса вроде прошли, непонятно. Короче, чем больше сторон, с которых к вам можно подлететь, тем больше вам турели надо ставить. Тем более. Так вы только в одну сторону ставили бы турели. А так да. Они могли сделать крышу, а на крышу жилку повыкидывать и там ее, блин, размножать. А так, смотрите, ну, вообще была беззащитная база. С кучей жилки, блин. Втроем они это все фармили, не знаю сколько дней, конечно, непонятно, но, блин, прикольно. Наверное, зря я все-таки базы не чекал. Хотя, чё зря, не знаю. Может зря, может и нет. Как бы рейды это прикольно, но на этом серваке, на Аркпокалипсис, тут, блин, супер мало баз развитых. Но не таких мощных, ну таких, короче, средних, чтобы часа за два можно было зарейдить. Тут либо база супер какая-то мощная, что ты ее, блин, и за сутки не зарейдишь сам, или вдвоем. Или какие-то супер бомжи, у которых вообще ничего нету. Каменные деревянные домики. Но видите, это, конечно, вообще повезло, жесть. Первый раз такое вижу. Не, ну были, конечно, у меня в практике базы, которые были с кучей лута. И незащищенные, но это все. Это рекорд, походу. Так что да. Полечу домой. Набил себе веса. Полечу-ка я обратно. Да, конечно, к концу сезона кучу лута себе набили. Четко. Ну, это, кстати, первый вайп, который я прожил прям до конца. Не, ну, были вайпы на неофах, типа, что меня не рейдили, но просто скучно, я не заходил, перестал играть. Сейчас мы, ну, конечно, полмесяца, не знаю, вайп 30 дней длился. Мы полмесяца, не, где-то со второй недели мы зашли, одну неделю мы плотно поиграли, а потом две недели я так заходил иногда, иногда поиграть. Тем не менее, нас не зарейдили. Даже грифон он есть. А, это тот грифон, на котором я на стриме летал. Прикольно. Куча всякого лутецкого. Промышленная плавилка, которую мы так и не смогли никуда примкнуть. Ну, блин, в принципе, без промышленной плавилки можно жить, наверное. Ну, можно, но, типа, если у вас нету амбиций там все супер спама расставить, 100 турелей поставить, дот, там, мега-дот какой-то. Короче, я думаю, сейчас последний день, надо все попробовать. У нас всякого всего куча, надо попробовать. Я возьму Астра Дельвиса и хочу на нем полетать. Я давно хотел. Конечно, у меня нету 120 уровня. Седло, наверное, не будет работать. Но сейчас мы это проверим. Сейчас убедимся на 100%. Так, седло оделось. Есть, седло зарядилось. Прикольная жилка. Ага. А я не могу сесть на него. Но это мы в Анахейме. Тут полеты запрещены. Ну, кстати, бонус, да. Вас не будут набить в этом биоме Астродельфисы. Окей, значит, пойду сейчас в другой мир, попробую там. Сейчас полетаем, посмотрим, как оно на Астродельфисе. Ну, не знаю, седло, просто если не будет работать седло, то это как бы печально. Тогда нужен 120 уровень. Ну, есть у меня кое-какие планы на этот счет. Это как его можно получить. Надеюсь, в следующем сезоне получится получить. Он так прикольно радуется, когда ему уровни повышаешь. Прикольно. Есть, можно сесть. Прикольно, так летает, классно. А вот в чем эта жилка, почему очень классная? Ну, супер много причин, конечно. Во-первых, она стрелять-то может, она, скорее всего, какие-то каменные постройки можно рейдить с помощью нее. Типа такое тропионат на максималку. Во-вторых, сука, она под водой может. Она может и под водой летать, ну, типа, плавать, летать, не знаю. Двигаться и под водой, и везде вообще, и пофиг где. Но так-то урон маленький получается. Без седла, без своего, конечно, смысла особо нет. Он медленный, супер медленный такой. Но красивый. Красиво плывет. Вот так вот мы достигли самого пляжного бомжа с самого начала сезона. Такого вот уровня. У нас есть Астродельфис, у нас куча живки, куча тенегривов, десмодов, грифон, гачи у нас. Там и жаба есть, и дейнонихи есть. И вот так вот... Мы вдвоем фактически... Стоп, чё? Я уже тут хотел прощаться, тут... Сука.
Смотрите, там плод какой-то. И птер, кажется. Так. Я не понял. Сейчас будет рейд на Астродельфисе. Спорим, ты не так представлял рейд на Астродельфисе? О, он заметил меня. А седла, интересно, сможешь меня снять? На, ну сюда. Чел, наверное, в шоке вообще. Охреневший. Астродельфис без седлом, но, блин. Я не могу даже стрелять. А ну, интересно, снимет или нет? Ну, вот пытался. Блин, я так угораю от этого особенно. Это жесть просто. О, чё? Это он меня типа так снял? На, ну спрыгни, спрыгни. О, иди поплавай. Надо было балансить, балансить. Чувак, балансить. А, он наследование. Есть. Ага, сишка же не поставится так. А, видите? О, чем прикол? Смотрите, он сделал, как и у меня на видосе, про нычку на плотах. Он сделал фундаменты, которые в воздухе висят снизу под плотом, и на них поставил ящики. Только тут сильно мелко, их заметно. Прикол. Прикол, сейчас зарейдим, посмотрим, будут ли мешочки вообще. Получается, ящики стоят по, ну, под текстурами. Ну, интересно, блин, это грёбаные эти айсберги. Ставь коммент, если ты тоже на них запрыгиваешь с этого раза. Что за хрень? Он слез с седла или что? Блин, он же сейчас сможет спокойно завести свой плод куда-то и все. Он, наверное, угорает надо мной. Я тут как дурачок. Напал чувак на Астродельфисе, на которого не может стрелять. И ничего не могу ему толком сделать. У меня сейчас 20 секунд просто кулдаун еще на десмода. Кулдаун закончится, десмодом я разберусь с ним. Он даже плот не заводит. Бля, ну сколько можно? Я хочу десмода взять, тогда нормально с ним разберусь. Он даже стоит, он, наверное, угорает с меня просто. Есть десмод. Да, ты такого ожидал. Если бы ты меня убил, мог бы десмода получить, лошок. Мне интересно, какой процент людей сейчас играет? Например, этот чувак только начал развитие. Какой процент людей вообще не знает, что вайп? Но то он знает, что вайп будет или нет. Вот и смоту, походу, починили. Он нормально до меня подлетел. Есть, схватил его. Все, готов. Гном. Прикольно. У нас тут свидетель в виде птера, которого чувак на агар поставил зачем-то. Зачем-то. Но сейчас мне больше всего интересно, у тебя ящики внизу. Будут мешочки там или нет? В принципе, если мешочки, может там даже креп от этого пацана будет. Все-таки нычка у него прикольная. Я сам так делал, такую нычку. Ну, у меня даже круче было, я прям целую базу под плотом ставил. Я, наверное, сейчас под плот кину сишки. Оно сразу должно развалить и ящики, и плот. Вообще все должно развалиться вот сейчас. Тут, в принципе, расстояние от дна маленькое, должно достать сишкой. И вообще ничего не развалилось, чё? Что? Какого хрена? И нафига ему масхопс? Зачем вообще масхопс нужен? Не, ну я знаю, что можно масхопсами фертхаука приручать. Только барашками повыгодней. Вообще, у нас есть Астродельфис. Мы же можем рейдить на Астродельфисе. Это, блядь, конечно, сука. Это так звучит, типа, круто. Но как это сейчас выглядит, это вообще... Рейд на Астродельфисе — это не то, что вы представляли. О, смотрите. Так, у него есть металл, седло носовое цветное. Клетка. Клетка? Давай, не одобряю. Забираю себе. Он, наверное, сюда и не пробежит. А, тут спаун вообще-то рядом, если он не дурачок. Тут можно заспауниться. Так, порох. Ну, блин, мне вообще это ничего не нужно. Вообще, ну, в принципе, что может быть нужно в последний день? Так... Окей. Да нет, пока ничего нету. Но я бы на его месте, я бы, конечно, ныкал всякие креподы туда вниз. Самое ценное там. Так, интересно, получится ли что-то залутать? Ну давай, блин, на это. Надо на Астродельфиса. А ну, давай, лети за мной. О, он летит. Есть. Рейд на Астродельфисе, поехали. Эй, ты косаешь? Надо, чтобы ящики развалил тебя, что внизу. О, урон проходит. Блин, он так слабо косает, капец. Сколько ударов надо, чтобы разнести ящики, жесть. Капец, он так сам по себе слабый. Есть, один ящик развалил. Так. Какой-то мешочек. А, это мешочек тот, что сверху. Это те, что сверху попадали. Окей, значит, либо мешочки... А, или что? Что-то я не понял. Короче, либо мешочки не отобразились, либо там ничего не было.
Надо будет через альт еще посмотреть. Вообще, что у него там внизу такое есть? Че? Что-то развалилось, но я не знаю, что. Блин, ну такие платы я еще не рейдил. В принципе, прикольно. Не, мешочков новых не появилось. Они или пустые были, или что? Непонятно, странная хрень. Вот через альт смотрю. Смотрите, какой дом у него тут. У него стоят фундаменты там внизу. Но он, конечно, достроил. Можно это круче, кстати, сделать все. Какая вообще колонна там висит, прикольно. Понял, короче. Задумка прикольная у чувака. Но как-то он... Как-то, короче, ему не повезло слегка. То, что я тут пролетел, я знал про эту тему. Вообще, когда я вот там сидел, я думал, типа, все, на этом видос заканчивать. Но потом я, в принципе, я подумал, сейчас вот осталось, буквально считанные минуты до вайпа сервера. И мне стало интересно, во-первых, я хотел побегать на Тенегриве, потому что, блин, ну камон, я получил последний день вайпа с Тенегрива, о, смотрите. И мне захотелось, как бы, потестировать, побегать, ну, блин, а что, получить и даже ни разу не воспользоваться. Я на Тенегривах, конечно, вообще не шарю. Что делать? Иди сюда, пацан, иди давай. Во-вторых, сейчас считанные минуты уже, и мне интересно, на Аркпокалипсе реально будет вот этот Армагеддон? Типа, сервер называется Аркпокалипсис. Я где-то слышал, что тут, типа, каждые 30 дней происходит, типа, это, не знаю, чуть ли не метеоритный дождь, и тут все так заканчивается, мне интересно. Действительно ли это так? Я доиграю до последних минут, и плюс я буду стартовать тут. Я буду стартовать с самой первой минуты, хочу стартануть и занять место для базы себе интересное какое-нибудь. Поэтому я сейчас буду играть до самого конца. И посмотрим, что будет, что происходит на Аркпокалипсисе в самый конец сезона. Интересно посмотреть. Ну пока все, что я понял, у Тенегрива есть заряд, он накапливается, когда заряд накапливается. Чё, у меня дикий десмод снял? Заряд накапливается, у него лапы начинают светиться. О, этот пацан меня уже снял. Ну, чувака, нет, надо отсюда валить, что-то меня как-то десмод набит. Это продолжение темы, кто лучше, бля. Десмод летает, поэтому он крутой. А эта хрень просто сильная, и все. Против ПВЕ контента, наверное, Тенегрив 100% лучше, быстро все убивает, фармит, наверное, мясо, хоть они, блин, гребаный тухляк. Так-то да. А на PvP я бы десмода лучше взял бы. О, чувак на каное. Так что это, сейчас играем до конца и будем смотреть. Это же русский, я же слышу русских. Этот акцент, я его узнаю. А, нет, ну ладно. А, окей. Ищи своего друга, блин. А он не он на уверне там летает. Ты, пожалуйста. Подписывайся на канал. Он сказал, подпишусь, но он даже не знает название моего канала. Вот такие люди. Так, ну чё, файт противоверный. Вот я не понимаю, люди какие-то шарят на Тенегриве биться, я ни хрена не шарю. Вот я включаю эту ауру, и она вообще непонятно для меня работает. Для меня Тенегрив пока тупая хрень. О, ну вот смотрите, ну... Ну чё? Чё его из седла не выбило? А где чувак? Это чё, дикий десмод? Чё он так далеко был? Че он так далеко был от спауна? Жесть. Это классные лаги. У меня самый тупой баг в арке. Лаг, баг, не знаю, как хочешь. Это что-то у меня на Игнесе втором встречается, когда ты не можешь поворачиваться. Ты можешь только прямо бежать. О-о-о-о, челик. Да, нет. Что происходит? У меня зависло, походу. Вот, ну вот сейчас же должен... Есть, я сбил челика, наконец-то. А ну сюда. Что-то он такое сказал? А, попросил, чтобы я его не убивал, ну ладно. Если просят, почему бы уже и не позволить? Все-таки он признал свое поражение. Когда чувак просит, не рейди меня или не убивает, он признает свое поражение. Если он признает, то мне это достаточно. О, а это было красиво. Жаль, челик только 6 уровня. Так что да, в принципе, мне достаточно челик, что он признает свое поражение. А так... В принципе, тупо убивать всех и там супер удовольствие получать, это не совсем. Должна же быть причина, мы же не супер злые, тут плохие. То верно. А ну давай. И! Вот это красиво было. Бля, я убил Алину. Алина, если ты это смотришь, прими мои извинения. Я не хотел, я не знал.
Я, кстати, потом в чате писал, чтобы ей вещи вернуть, но как-то что-то она как-то не ответила. Не захотела. Что там за драка? Там чуваки напали на эту верну, походу, она на агре была. О, круто, видели, видели? Я двоих сразу оглушил. Прикольно. Это, конечно, если научиться на тенигриме, наверное, он крутой, но я, блин, ни хрена не умею. Это, ну блин, я тенигрива ни разу не поручал. Я все, когда ездил на тенигривах, это были все трофейные, живка трофейная. Так что да. Так что если научиться, может она имба. Напиши, имба или нет. Если вот ты умеешь, хорошо. Вот вообще реально тебя убить. Можно ли, например, снять из седла гиантозавра? Например, челик на гиантозавре будет. Ты сможешь его выбить с седла и убить чувака? Или гиантозавр — это для тебя смерть уже? Я просто не знаю пределы мощности тенигривов, что они вообще могут. О, попал, попал. Только я попал под эсмоду, на котором седло есть или нет? Ну, точнее, он оседлан был или нет? Я не знаю, челика сбил или нет. Что-то там какая-то сильная мощная движуха, я, наверное, уплыву отсюда. О, все зависло, да? Все, походу, вот и все. Так выглядит последняя секунда, последние минуты, последняя секунда вайпа на Аркпокалипсе, официальном PvP-сервере. Ну так оно выглядит. Именно так. Все, сервер вайпается, полностью обновляется, все базы стираются, все персонажи стираются. Каждый месяц так происходит. И получается тут новый старт, новое начало. Каждый месяц серваки обновляются и все. Поэтому тут часто любят, если на офах, то люди любят играть. Тут много людей, во-первых, постоянно онлайн. Целый месяц, особенно в начале месяца. И тут как бы базы не сильно развитые, ну не настолько развитые, как на сервере это вайпов. Вот как-то оно так вот происходит. В общем, такая вот серия, такой вот был последний день, такое было выживание. Сейчас буду чекать сервак, когда он появится, и буду начинать свое новое выживание на официальном PvP-сервере. Всем спасибо за просмотр, увидимся в новой серии, нового сезона. Ну все, пока, пока, скоро выйдет серия, надеюсь.